Всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, Вуди, и я вам не просто так показываю сейчас карту Барда КВП из нашего доброго дефрага. Дело в том, что мы перемапили, заремейкали, как это еще назвать, карту Барда КВП для DF2. Вскоре она появится, она почти прям вот уже на финальной стадии готова, можно будет на ней поиграть спокойно. Как бы оценить, добавили несколько граффити, добавили топ в конец карты, чтобы было видно, с чем как бы сравнивать. Также добавим карту с падами, которая уже сделана давно, но все как-то руки не доходили. Здесь у нас, в общем-то, 5 условных комнат с падами. Синие пады, зеленые пады, желтые, красные, фиолетовые. Каждый из них сложнее предыдущих, соответственно. Ну, на мой взгляд, самые сложные бы получились желтые, потому что там даже есть какая-то вариация в роутах. А на фиолетовой комнате у нас даже есть об. Пока что без об-детекторов, но тем не менее мы этот об сделали. Точнее, не мы, а сама физика его сделала. Ну и все эти карты можно будет поиграть уже в ближайшее время, так что ждать осталось совсем немного. Ну и есть у нас информация по DF Comps. Планируется доработать дуэльный режим, планируется доработать команды на сайте. А вследствие этого мы хотим, прямо вот очень-очень хотим, добавить экстра тимраны. Карт, в принципе, тимрановских не так много, но в целом это можно будет устраивать там раз в месяц или два хотя бы. И это должно быть очень интересно, так что, ребят, кто может, хочет поспособствовать как-то развитию сайта, кто владеет какими-то скиллами необходимыми, я в описании оставлю данные Носова, и вы уже можете самостоятельно ему написать, спросить, что требуется, если хотите как-то помочь. Ну и, конечно же, хочется сказать большое спасибо Нейту за его прекрасную работу над Twitch-ботом, который путешествует по серверам. Канал называется Defrag Life. Можете все смело подписываться, хотя бы в знак поддержки, если не сидите на Твиче или что-то такое. Суть его в том, что он управляется из чата, то есть пишут люди вот next, значит, спекать за следующим. Там можно менять сервера, все что угодно, все команды здесь есть, можно визуально менять что-то, да, если вам что-то не нужно на данный момент. Так что пользуйтесь, идея достаточно интересная, когда-то давно такое уже существовало, но оно было явно не в таком виде, в котором оно у нас есть сейчас. И есть второй канал от того же Нейта. На нем, значит, как написано в описании, и называется он, собственно, Defrag Legends. А здесь у нас крутятся только VR-ы в рандомном порядке от разных, абсолютно разных игроков. Все, кто демки скинул, все демки, которые Нейт нашел, он их прогнал через свой скрипт, и мы точно знаем, что вот это VR на данный момент. Естественно, работа над улучшением этих обоих каналов ведется практически непрерывно, поэтому если кто-то вдруг знает что-то, что может помочь Нейту и всем, кто над этим работает, можете ему написать в Discord. Я, естественно, тоже его данные оставлю в описании. И вот таким образом оно как бы просто крутится. Это как один большой мувик Power of Heavy Metal, похма, да, кто как называет. В общем-то, вот, еще раз спасибо большое Нейту за реализацию этой идеи. Это очень круто. Ну и на Defrag Life у нас, естественно, если что, проходят теперь, мы договорились, как бы на этом канале проводятся все турниры и будут проводиться в дальнейшем. То есть у нас есть теперь специализированный Defrag канал, и на нем мы уже провели, по-моему, 2 онлайн капа. Кто-то уже об этом знает, кто-то еще нет. Естественно, это видео больше на YouTube аудиторию, так что, ребята, если кто не в курсе, подписывайтесь на эти оба канала. Ссылки я, конечно, оставлю в описании. Ну и кто может помочь,
тоже обязательно не стесняйтесь, пишите, Нейт будет только рад. А на этом все, всем спасибо, спасибо за просмотр, подписывайтесь, приходите на стримы, всем удачи, не забывайте стараться лучше.